Нет, это Сэм. Я выяснил, что ты просила. Владелец квартиры на Марбл-стрит, доктор Адриан Бейкер. Он бывший хирург, приторговывал наркотой по-тихому. Сколотил состояние, скупая дешевые квартиры. В числе прочих, эту на Марбл-стрит. На наркоте его поймали за руку, дали несколько месяцев и лишили лицензии. Любопытно. Спасибо за информацию, Сэм. Я твой должник. И, Мэтт, поосторожнее, ладно? Я постараюсь. Потом перезвоню. Владелец квартиры, где Итан отрезал себе палец, живет здесь. Не лучшая зацепка, но выбирать не приходится. Привет. Говорят, у вас можно достать бетропен без рецепта. Сожалею, но это не так. До свидания. Стойте. Мне правда это очень нужно. Деньги есть? Ну, сказали бы сразу. Заходите. Ну, так вам нужен бетропен, моя дорогая? Проблемы со сном? Много надо? Ну, не знаю. 3-4 коробки. Ну, думаю, это не проблема. Выпьете что-нибудь, компанию составите? Нет, спасибо. Алкоголь лучше не мешать с лекарствами, не так ли? Ничего, надо все-таки выпить за первую сделку. Кажется, мы еще не встречались. Кто вас направил? Главное то, что я здесь, верно? Я слышала, что вы сдаете квартиры. Это правда? Извините, милая, они уже все сданы. Жаль. Мне бы что-то в районе Марбл-стрит. Вы не пьете? Я не хочу пить. Я за рецептом. Одну минуту. Подождите. Этот псих меня пугает. Надо бы осмотреться тут, пока он не вернулся. Похоже, док интересуется недвижимостью, помимо всего прочего. Похоже, он прихватил солидный запас медикаментов, закрывая практику. Снотворного тут хватит на целую армию.
Хирургические халаты. Я думала, он больше не оперирует. Замучила ностальгия по былым временам? Проныра. Мы с тобой славно повеселимся, милая. Обещаю. Знакомьтесь, Мэтью. Он тут вроде как проводил перепись. Уже задолбали эти проклятые легавые. Так, значит, вы ищете на Марбл-стрит квартиру. Я сдал одну такую Паку, если вы о нем слышали. Не знаю, зачем она ему. Видимо, развлекается там с девками из Голубой лагуны. Если честно, мне все равно. Платит вовремя. Все бы так. Пусть развлекается. Что ж, пора бы взяться за дело. Я так люблю оперировать, что рад любой возможности попрактиковаться. Инструментов у меня нет. Использую подручные средства. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Терпите. Будет немножко больно. Всегда. Как только возьмешься за работу, непременно кто-то звонит в дверь. Я выпровожу гостя и тут же вернусь. Не скучайте, я не долго. Слово Господа в виде этой прекрасной книги, которую буду счастлив получить вам за скромное пожертвование уровня. Не надо, большое спасибо. Да что вы так? Я не могу поверить, что слово Господа лично. Мы его пасху должны следовать. Пожалуйста.